Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 387, события дня. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Вот это-то, если бы знали, а потом, а умрешь, еще нет, это обман. А потом суд. А первой частью все соглашаются умереть. Что интересно, вот смерть, какую силу имеет? Лев Толстой серьезно предполагал, не может ли все-таки смерть сделать исключение хотя бы для этого льва. А перед смертью-то какой он лев-то? Бацилла греховная, больше ничего нету. Молекула, амеба одноклеточная. Это за 2 января. Немножко. Какие события? Сергей Дахно. Чтобы сказать в истине, то надо сказать так. Церковь там, где есть истинное водительство Господа Иисуса. То есть все. То есть церковь он не знает. А определение церкви дает сам. Почему? Потому что они церковные. Это все еретики так. Ну, ты как считаешь истинное? Это как докажешь, что истинное водительство? В первую очередь, ты не говоришь, кто ты. Какое твое направление? Но этих-то направлений не одно, не два, а тысячи. Я их не считал. То говорили 11, теперь уже 21 тысяча. Вполне можно поверить. Потому что сколько голов, столько умов. Все определил истинное водительство. У меня истинное, у тебя истинное. Все. Это церковь. Я разговаривал с баптистами. И вот от них отделился один сам зять. Ну, блудяга. Развратитель семей. И теперь отдельно стал собирать. Одна семья. И давай хлеб ломать, причащаться. А тесть-то баптист. Я говорю, вы его можете признать? Да кого признать? Его никто не признает. А почему не признаете? Да какой он? Ну а вы-то откуда взялись? Дальше-то я говорю. Первый-то баптист. Сам себя положил руки, да? Джон Смит. И провозгласил. Где церковь? Представьте, только на соборах в общей сложности 1500... Примерно 1500 мужей, веры, епископов. Так это не все, которые не участвовали в соборах, а которые умерли. Казненные 470 тысяч. Это все по боку, все сметает. Их скажешь, а вы нас не судите. Но вы-то осудили все. 16 столетий, 1600 лет, которые были, все осудили до одного. Дальше. Так, собрание людей, в которых нет присутствия Духа Господня, нельзя называть церковью. Сейчас мудрствует как. Ну а как определить? Присутствие Духа Святого, это что? Пуговки на мундире? Их нельзя называть? Как что это за определение такое? А Дух Святой есть или нет, нельзя называть. А церковь никогда такого определения не давала. И не было ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Совершенно другое. Богом назначенное. Я привожу вот такой-то, такой-то Илий, первосвященник, сыновья у него, люди негодные, митрополиты, Офний и Финиес, безобразнейшие, спят с женами, но жертву нигде нельзя приносить, только через них. Да что? Ну ты слушай внимательно. Бог так делает. И сколько таких было? Бог, ну же, убьет, 250 с кадильницами убил их, до пана Верона Корея за отделение убил. Дальше. Ибо каждый, водимый Духом Божиим, суть Сын Бога. Ну, а водимый и церковь, ну это совершенно разные понятия. Он водимый может быть и быть не в церкви. Человек один, только уверовал, Бог его ведет, он еще крещение даже не принял. Дальше. Нельзя быть одному, разве только до времени или по Божьему определению. Ибо Божьи мысли в общности. Ну так а общество почему вы отбросили? Если это так, давай за основу примем. В общности. На этой стороне стоит Иоанн Златоуст. Перед ним масса народа, патриарх Василий Великий, Григорий Богослов. Всех перечисляем. Григорий Низкий, Григорий Низанзин. И дальше. Он ничего этого не знает. Что-то он считал блаженного Августина, Иеронима Стридонского. Нет. Нет. Дерзость. Чисто сектантское упрямство и дерзость. И много там, где у него, ну, одна-два души всегда найдется кто-то. И что дальше? А то, что вы говорите о преемстве и наследовании, рукоположении, это придумали люди, и сие не от Бога. То есть он водимый Духом Божиим, а что установлено 14-23 деяния апостолов, что они рукоположили, Христос поставил, это не от Бога. А почему? Ему нужно сейчас показать, рамки создать, в которые он войдет. Создать особую медаль 50 лет в Компартии, как у Брежнева, и тогда у него орден такой будет.
Видишь как? Преемстве. Преемстве. Он даже не знает, как писать правильно. А кто его, сколько, не знаю. И дальше. Игнатий Тихонович, приветствую вас любовью Господа Иисуса. Как это, приветствовать любовью? Ты любовь Господа знаешь, что он умер за церковь, отвергаешь церковь. Это не любовь Господа, это слова только одни. Вижу, что вы прекратили диалог. Ваше а какой право. Диалог? Я никогда и не веду его диалог. Я сказал, ты не принял, дальше зачем я буду говорить? Я привел места Писания, толкование блаженного Феофилакта, ты не принимаешь, мне зачем время это тратить, пустословить. Не принял тобой путь, ты его избрал. У меня один ответ есть, что ты не прописан в Царстве Божьем, тебе в книге жизни нету, и тебе ничего нельзя доказать. И какой там диалог? Его и не было никогда, я никогда возвестил. Спорит тот, кто ничего не знает. Диалог. Ты ко мне пришел, это мои ресурсы. Не я к тебе пришел, ты ко мне. У Антония Великого было, пришли издалека, старцы. Мы знаем, что ты такой мудрый, вот такой. Он сколько вы дней шли, он узнал, там неделю по пустыне шли, дошли. Вот. А вначале спорить, он говорит, послушайте, я пришел к вам или вы ко мне пришли? Ну, мы к тебе пришли. Зачем пришли? Что я мудрый. Так и слушайте, что я вам говорю. Зачем вы ко мне на ресурсы пришли? Мне есть, что вам показать. Вы видите роликов? 6500 роликов. Ну, покажите, у кого есть своих. Может быть, и у Смирнова, может быть, у другого кого-то, ни у кого нету. Почему? Потому что у меня со всех сторон богатство идет. Так я еще беру малую талику того, что есть. Ежедневно минимум 5 роликов идет. И все они по делу, и толкования, и жития святых еще не беру. А то 1173 жития святых еще отдельно. И дальше. Вижу, что вы прекратили диалог. Ваше право. Но мне это дает основание думать, что вы пренебрегаете всяким, кто говорит не так, как вы думаете. Как я думаю. Он только дальше не говорит, что я не думаю и не говорю, как мне вздумается. А привожу и говорю, вот это сказал блаженный Августин. Он никогда это не приводит. Ему надо на меня сейчас сказать. Ему основание давать, думать, целое основание, думать. Думать-то не надо. Надо принять и быть в церкви. Основание ему думать. Спроси, когда он пост последний раз соблюдал. Посмотри, носит или нет крест. Совершает ли крестное знамение. Идет ли к священникам, как служителям Божьим, о которых говорится, заботься о них. Платит ли он десятину. Дальше. И это ваш камень преткновения. Ой, ты же заранее уже берется за что судить. Камень и преткновение для меня. И он не судит. То есть, если они с ним не сходятся, с его еретическими эти конфессиями, деноминациями, как они говорят, а этих слов нету, это обман, выкиньте эти слова. Где конфессия, деноминация, там стоять должно слово ересь. Ересь. Это сатана под, ну, вид ангела света принимает. Мы, как верующие в Господа Иисуса Христа, должны принимать всякого, на ком наречено Его святое имя. Принимаю. Да их таких 21 тысяча наречено. Да кто его нарекал-то? Они все под именем Божиим, и все Дух Святой. Возьми харизматы в Украине, посмотрите, Биннехен, что там делает, опрокидывается, Максимов, Шаповалов. Перекиньте маленько-то. Это даже сатана этого не делал никогда, что они делают. Как он орет, как падает, как кричит, дайте автомат там. И, ну вы же знаете прекрасно. Евангелие там благополучия Максимова. Дальше. Ибо воля Бога в единстве всех верующих. Ну и верующих, каких верующих? По слову твоему. По слову. Мои заповеди, Господь говорит, не ваши. Но вы должны прекрасно понимать, что Господь не будет объединять верующих под флагом какой-то религии или деноминации. То есть он уже не понимает. Ясно, что это сектант, пропитанный этим, он живет где-то. А как правило, они никуда не ходят. Даже в своей, если баптист, то я не хожу никуда. Я просто христианин. Христианин там Виталий, христианин Александр. Это фальшь. Где вот подписывается, если православная, прямо подписывается Юлия, православная, там Игорь, православный. Сектант все скрывается. Почему? Змеиная порода. В траве шуршит и ничего нету. От змея это все. От древнего змея. Тело формируется под главой Христом, то есть на основании того, что Иисус руководит. Ну, понятно. Иисус руководит. А как ты узнаешь? 1600 лет до возникновения протестантства не руководил? А церковь Христова 2000 лет не руководил? И зачем ты ищешь-то? Вот это и показывает Христос во все дни до скончания века. А если не руководит, то церкви-то вообще нигде и нету. Без вас обходилась церковь 1600 или 1800? Да ведь возникли, так кто говорит, а может быть ему 2 дня от роду.
Руководит ли он вами? О, вот теперь ему надо так. Он уже не просто так, он уже на престоле сидит, судья, прокурор. Руководит ли он вами? Ну, себе он вопрос не задает, потому что явно, что руководит. Но кто руководит? Мной руководит. Тебе какое до меня дело-то? Ты пришел ко мне в дом и начинаешь спрашивать. Садись за стол, ешь. Так и на форме 1600 тем. Покажи, что у тебя есть. А то не показывает, нет, у меня телефон, домашний адрес, везде все показано-то. И начинает изгаляться, он теперь выкручивается, поясничает, фигляр. Думаю, что вы больше руководимы своими твердынями рукоположения. Твердынями. То есть рукоположение для баптистов, для всех сектантов, это смертельный вопрос. И они его как огня боятся. Никогда церкви не проповедуют. Где двое или трое, там Христос. Нигде этого нету. Двое или трое, это еще не церковь. Собраны Духом Святым. Во имя Его. Но скажу вам, что оставаясь в таком положении, вы останетесь тем, кто был немного лучшим православным. Ваше имя среди существующего православия станет сектантским. А среди остальных верующих, кто не считает себя таковым, вы просто не будете известным. Так как будто об известности речь идет, о чем толкует это. Еще то на одно место писания какое-то. Нет, ничего. Дальше. Короче, дальше по Теряевке вам не выбраться. Вот куда? Он не может уже остановиться, дальше идет, он не судит. Решает о Потеряевке. Ну, у тебя Потеряевка есть, люди. Ты занимался детьми, ничего нету, нет. Он в пустоте сейчас сидит, разглагольствует. Собственную блевотину размазывает. Еще что? Вам надо посмотреть в сторону других верующих. Сектантов. И не считать их сектантами, а искать диалога для исполнения воли Господней. Сохрани Бог от всякого диалога с ним. Да какой разговор с сатаной может быть? Сатана наплодил эти еретические разные хитросплетения. Никогда никто не искал диалога с ними. Я вас не искал. Я даже не знаю, что у вас есть или нет даже, какая страничка. Вы зашли. Дальше. Не свое гнуть. О, пошло. Не свое гнуть. Дальше. Пытаясь навязать что-то кому-то, а мыслить вне ваших религиозных рамок. То есть он зашел у меня здесь, и теперь он здесь стоит, расфуфырился, расстегнулся, ну, говорит, раздухарился, и теперь показывает, что... Ну, с тобой разговаривать, если мы где-то встретимся, на одном вопросе кверх ногами будешь стоять. Бог заложил в вас большой потенциал, но не откроется до тех пор, пока останетесь на своем и не станете считаться с другими. С ним считаться надо. Кто ни за что не станет православным или каким-либо другим. То есть он знает, ни за что не станет. Да почему грех? Не раскаянный. Ты сходи на исповедь хотя бы один раз, а тебе грех не будет такой сладкий. Ведь не идут-то люди, почему к священникам? Боятся исповеди. Исповедь, настоящая эта исповедь, она тебя вывернет наизнанку. По сути, человек, может быть, и будет в духе жить в соответствии с требованиями Бога, но натянуть на себя православное имя, как и любое другое, не захочет. Благословение во Христе Иисусе. Натянуть, гнуть и прочее. Явное дело, что блатной. Блатной. Он не на возраст не смотрит, он мне во внуки даже не годится. Правнук. И уже как разговаривает-то? То есть невоспитанный, дикий, хам. Вот вчера я такой другим послал. Я один там слышал, твоя жена машину разбила? Да. Да. Сама-то хоть жива? Говорит, пока да, ванная закрылась. Вот так. Так, отец на ум я послал ему, а он говорит, откуда такая информация? Все мы живы, здоровы, ни на машину не водит, не водит. Я пишу. Значит, интернет это показал не про вас и не про меня. Моя лежит, закрылась в другой комнате. Вот, теперь слушайте, большой сегодня материал будет дан о человеке. Григорий Ефимович Распутин. 30 декабря 2016 года. Убит Григорий Ефимович Распутин. Столетие исполнилось, столетие, как без него. И не прекращается хула. За 2000 лет, да не за 2000, а может быть от создания мира более оклеветанной личности не было. Чтобы хоть одно слово сходило с тем, что есть. Почему? Потому что весь еврейский кагал мировой поставил задачу не спровергнуть монархию. И через найти надо было кого-то, через Григория Ефимовича Распутина. Вот, ну, люди, которые, допустим, Гитлер ненавидел Ленина, там, правду, неправду говорили. Ненавидят Гитлера. Он убивал евреев, устроил Холокост. И о нем много пишут, и кривляется, и то другое. Но никуда не денутся.
все-таки много было сделано человеком, и что-то там не так. И клевещут везде на всех. Но на этого Григория Ефимовича ни день, ни два. 100 лет. Притом все силы. Литература, искусство, театр, все брошено. И притом каждый проходит время, исследует, и ничего этого нету. Нету. Родзинские разные, то есть мерзавцев этих тысячи везде. Считаем. Так, духовник царской семьи, протоиерей Александр Васильев. Говорит. Я это беру из интернета. Распутин. Вполне богобоязненный и верующий человек, безвредный, даже скорее полезный для царской семьи. Он с ними беседует о Боге, о вере. Это люди, которые были рядом. Дальше. Врач-лейб-медик семьи Николая II Евгений Боткин говорит, если бы не было Распутина, то противники царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой, и не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь. То есть им нужна была фигура. Вот и весь ответ. Вот почему какая. Если бы не было Распутина, я бы не оправдываю ничего. Зачем мне это нужно? Они разыгрывали только, как Ян Кронштадтский даже разыгрывал фамилию Распутин. Так Распутин это человек, живущий распутно, и другой, стоящий на Распутине, на развилке. Тогда Валентин Распутин, писатель советский, Российской Федерации, герой социалистического труда. Это что, распутник? Да таких распутиных-то сколько было, и генералы были, нет, фамилии, больше ничего не могли. Ян Кронштадтский ничего не мог сказать на него. А это их современники были. Ни слова, но смотри, чтобы тебя по фамилии не пришлось по тебе говорить. Ну правильно, хорошие слова-то, но ничего, значит, не было. Распутин в культуре и искусстве. По каким, какой нос? Карикатура. Да, на кого что? Что тут написано? Так, порок, слабость, безволие, искушение... Падение, страх, грех. Ну, понятно, все. Дальше. Изображение Распутина на постере. Согласно исследованию Фомина, в течение марта-ноября 1917 года театры были заполнены сомнительными постановками. И вышли более 10 пасквильных фильмов о Григории Распутине. Понимаете, фильмов, это фильм один и так много, значит, 10, более 10. Первым подобным фильмом стала двухсерийная сенсационная драма «Темные силы. Григорий Распутин и его сподвижники. Производство акционерного общества Липкина». В этом же ряду стоит широко демонстрировавшаяся пьеса Алексея Толстого «Заговор императрицы». Притом исследовали временное правительство, специальные комиссии, что он с царицей там жил, ничего не подтвердилось. Ложь стопроцентная. Чтобы ложь была стопроцентная, в течение столетия этого не было нигде. Ни кем, никакой. Если вот увеличить вину Гитлера, допустим, в 1000 раз, и тогда не достигнуть той клеветы, которая на одного. А что означает? Ну, то, что есть. А вы как считаете? Ну, я считаю, это пророк. Единственный пророк был в России. Его нельзя было сравнить даже с Яном Кронштадтским. Тот был за войну, этот категорически против был. Начнешь войну, папа, ты сгоришь. Царский дом погибнет. Это единственный человек, который говорил. Единственный. Больше не было никого. Дальше. Григорий Распутин стал центральным персонажем пьесы драматурга Константина Скворцова «Гришка Распутин». Угу, Гришка. Распутин и его историческое значение оказало большое влияние как на русскую, так и на западную культуру. Немцев и американцев в некоторой степени привлекает его фигура как некий русский медведь или русский мужик. Село Покровское, ныне Ярковский район Тюменской области, действует частный музей Григория Ефимовича Распутина. Я был там. Ездили когда мы. Документальные фильмы о Распутине. Исторические хроники 1915-й. Григорий Распутин. Далее. Последний царей. Тень Распутина. The Last of the Tsars. Shadow of Распутин. Тереза. Тереза. Даша. Кто убил Распутина? Кто убил? Who killed Распутин? Распутин в театре и кинематографе. Доподлинно неизвестно, имелись ли какие-то хроникальные съемки Распутина. До наших дней не дошло ни одной ленты, на которой был бы запечатлен сам Распутин. Почему он благочестивый выглядит? Как он? Ну, он выглядит, иконный лик у него. Нигде не. Все изымали, изымали, уничтожали. Но те, которые радовались, ни одного не было, чтобы без наказания остался. Ни одного. Все пошли под нож. Под нож. Впереди еще будет наказание. И сразу же тут же революция, царский дом полетел и все. То случилось, что он сказал. Все удивляются, как он мог знать. Даже те, кто к нему не расположен.
Самые первые немые художественные короткометражные фильмы о Григории Распутине начали выходить с марта 1917 года. Все они, без исключения, демонизировали личность Распутина, выставляя его и императорскую семью в самом неприглядном свете. То есть понятно, что задача это специально принято было это на решение Базельских, какой там конгресс был, неспровержение царского режима, монархии, через кого? Через Распутина. И теперь каждый еврей, самый маленький, должен был кричать против Распутина. И ничего нет, что? Евреи заплатили, если 6 миллионов было. А за что? Может быть, только за одного Распутина. Это Бог сделал так. А дальше будет так, что вся нация еврейская споткнется. Примут Антихриста. Вместо Григория Ефимовича Распутина примут Сатану. Первый такой фильм под названием «Драма из жизни Григория Распутина» выпустил российский киномагнат Дранков, сделавший попросту киномонтаж своей ленты 1916 года «Омытые кровью», снятый по рассказу Горького, Коновалов, Максима Горького. Горький тут завешаны, все писатели. Большинство других фильмов было снято в 1917 году тогдашней крупнейшей кинофирмой акционерное общество «Липкино». Всего их было выпущено более десятка, и о какой-либо их художественной ценности говорить не приходится, так как даже тогда они вызывали в печати протесты. Из-за них порнографичности и дикой эротики. То есть ничего не подтвердилось, а теперь проходит время, где-то на чердаке законспектированы, там, ну, чуть ли не полуметровый половой член его нашли, торгуют его на вес. Ну, то есть никакого понятия о смерти не думает. Радзинский особенно в этом упражняется. Все до одного. Ты что угодно можешь делать. Даже о Гитлере можешь говорить хорошо. А Распутин не имеешь права говорить хорошо. Тебе смерть будет вынесена. «Темные силы» Григория Распутина и его сподвижники. Две серии. Режиссер Веселовский в роли Распутина Гладков. Потом «Святой черт» Распутин в аду. То есть они как будто знают, а сами не верят ни во что. «Люди греха и крови» царскосельские грешники. Потом «Любовное похождение Гришки Распутина». Где какие любовные? Нашли, как это, вырубовые. А когда коснулась до дела, то пришлось исследовать. Она девственница. А девственница, временное правительство все это затребовало, допросили, проверили и дали опровержение. А во временном этом правительстве, которая комиссия была создана-то, там участвовал Александр Александрович Блок. Там были известные довольно люди. Дальше. «Похороны Распутина». «Таинственное убийство в Петрограде 16 декабря». Потом «Торговый дом Романов Распутин». «Сухомлинов, мясоедов, протопопов». И компания. Царские опричники также. И тому подобное. Фомин, Григорий Распутин. Тем не менее, уже в 1917 году образ Распутина продолжил появляться на киноэкране. По данным IMDb, первым, кто воплотил образ Стаса на экране, стал актер Эдвард Коннелли в фильме «Падение Романовых». В том же году вышел фильм «Распутин. Черный монах», где Распутина сыграл Монтегю Лав. В 1926 году выходит еще один фильм о Распутине. Дальше. Так, в роли Распутина Макс Ньюфилд. А в 1928 году сразу три. «Красный танец» в роли Распутина Димитриус Алексис. Далее «Распутин. Святой грешник» и «Распутин». Первые два фильма, где Распутина сыграли русские актеры. Николай Маликов и Григорий Хмара, соответственно. Понятно. То есть фильмы идут, не успокаиваются никак. Почему? А потому что следующее показывает, и не сходится, и не какой-то, одна эротика. Потому что почему? Блудники. Блудники ставят о святом человеке. В 1925 году написано и сразу ставится в Москве пьеса Алексея Толстого «Заговор императрицы», издана в Берлине в 1925 году, где подробно показано убийство Распутина. В дальнейшем пьесу ставили и некоторые советские театры. В Московском театре имени Гоголя в роли Распутина выступал Борис Чирков. А на белорусском телевидении в середине 60-х годов по пьесе Толстого был снят телеспектакль «Крах», в котором играли Роман Филиппов Распутин и Ростислав Янковский, князь Феликс Юсупов. В 1932 году выходит немецкий «Распутин. Демон с женщиной» в роли Распутина известный немецкий актер Конрад Фейд. И номинированный на Оскара «Распутин и императрица», за главную роль в котором досталась Лайнелу Берримору
в 1938 году вышел «Распутин» с Гарри Бауром в главной роли. О, как никак не имется, никак. Вновь кинематограф вернулся к «Распутину» в 50-х годах, которые ознаменовались постановками с одинаковыми названием. «Распутин», вышедшим в 1954 и 1958 году. Ну, коротко даже, телевидением, вот это, я буду пока еще считать. Соответственно, дальше. В 1967 году выходит культовый фильм ужасов «Распутин. Сумасшедший монах» с известным актером Кристофером Ли в роли Григория Распутина. Несмотря на множество ошибок с исторической точки зрения, образ, созданный им в фильме, считается одним из лучших киновоплощений Распутина. В 60-е годы также вышли такие фильмы, как «Ночь Распутина», 1960 год в роли Распутина Эдмунд Пардом, «Распутин», телепостановка 66-го года с Гербертом Штассом в главной роли, и «Я убил Распутина» в 67-м году, где роль исполнил Герт Фрёбе, известный своей ролью Голдфингера, злодея в одноименного фильма Джеймса Бонди. В 70-е годы Распутин появился в следующих фильмах: «Почему русские революционировали», 70-й год, «Распутин. Уэр Картер», телепостановка «Распутин» в рамках цикла «Пьеса месяца», 71-й год, «Распутин». Много-то не нужно. Дальше. Да. Вот. Я просто проведу. Самый известный российский фильм «Распутина». «Агония». И дальше, потом... в 92-м, вот уже прямо близко к нашим ним, но все проставит и ставит. В 90-х годах Распутина, как и многие другие, начал деформироваться образ. В родином скетче шоу «Красный гном» Таденье, вышедшем в 91-м году, Распутин был сыгран Стивеном Макклефом. Ну и дальше преемника, прочитать просто тут, язык не ломать не надо. Кристофер Ллойд уже вышел. Уже вышли фильмы какие? «Распутин. Дьявол во плоти». 2002 год для телевидения. «Распутин. Олег Федоров и убивай Распутин». 2003 год. «Распутин. Рубин Томас». А также «Хеллбой. Герой спектра», где главным злодеем является воскресший Распутин, роль которого сыграл Карл Роден. Ну только Охлобыстину осталось играть. Вот это действительно уже... до самой последней точки дошли. Мне спрашивают, а вы как считаете? Мне зачем считать? Ну, судя по всему, по кончине он святой, мученик, мученик святой. Не надо ни канонизировать, ничего, и так понятно. В 2011 году был снят франко-российский фильм «Распутин», роль Григория, в котором исполнил Жерар Депардье. Вот, ему только это осталось. Да. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, именно эта работа дала право на получение актерам российского гражданства. А видишь, как определяет. А кто евреи определяет? Евреи определяют-то. В 2014 году в студии Mars Media снят 8-серийный телефильм «Григорий Распутин», режиссер Андрей Малюков, в котором роль Распутина сыграл Владимир Машков. А знаешь, кто такой Машков? Что он играет? Где? Ну, это про Одессу. А, Володя, Машков-то еще играет? До этого. Ликвидация? Ликвидация, да. Которая допрашивает о главном виде. Да. Ну вот, видишь как. Маленько посмотрели. Столетие со дня убийства не успокоится. Никак. Самая оболганная личность в мировой истории. Вот я сколько занимался, история, считал, где нету. И не могут не успокоиться ничего. Притом ничего за ним нету. Если обвиняют там Гитлера, ясно дело, злодей, сатана в образе человека. Но на него меньше нападок совершенно. Здесь ничего нет. Ни одного человека не ударил, не убил, ничего нет. А наоборот, последний отдавал. Он ходил паломнически, так эти, поклонялся и прочее. Ничего больше за ним не было. Нигде ничего. Дальше. Вот сейчас посмотрим. Это у нас «Мой мир». Вот это наш ресурс, вот видно где. Заходите, это Игнатий Лапкин. И тут можно переписываться и видеть. Второе, это у нас форум «Во свете Библии». Вот оно, прямо «Во свете Библии» написано. И третий ресурс, это видеоканал. Вот он где. Вот сегодня утром, я 2 часа ночи уже на ногах тут. И что? Вот даже уже 100... посетитель. Для нас 100 посетителей это уже, но немало считается. Ну и большой наш ресурс — это «Во свете Библии», рассмотренный православный библейский сайт. Ну, сейчас у нас идет 4124 вопроса-ответа, а работа по работе. Вот сейчас мы посмотрим. Вот теперь я копирую, это как всегда показываю.
Ctrl-S. После этого закрываю. Вот, открыть страничку в Word. Раскрыть. Ctrl-V вставляю. Ctrl-A активирую. И теперь 20-м беру. Можно вполне. Ну давай, сейчас мы посчитаем. Вопрос 2082. Восьмой том «Открытым оком». Вопрос. Все ли монахи несли одинаково трудовое послушание? Или было различие у руководителей и трудников, как во времена партопарадчиков? Вопросы какие задают? Это мне в университетах, я вел занятия, школах, техникумах. Серьезные вопросы. Ответ. Что монахи построили на одном Валааме, это был уже тогда готовый коммунизм. Епископ Дамаскин, их руководитель, современник Лескова Николая Семеновича, мог все и никого не убил, а порядок навел. Все жития – труд духовный и телесный. Может быть, не тот труд, что нужно, но труженики они были добросовестные, несгибаемые строители, а не разрушители. Вот его поставили, главное, там монахи пьют, и ничего нельзя сделать. И, наконец, его взяли, а он сторожем был. Поставили его старшим сторожем. Он не стал спать, стал ловить его в упор, стреляли и не могли убить. И он их всех разогнал, этих пьяниц всех оттуда. Ну, и проходит какое-то время, его ставит епископом, он возвращается, все колокола гудят. Так о нем пишут-то сколько, какой он был умница, Дамаскин. Дальше. Но есть много, даже очень много житий, где герои не работают, а бродят по горам или по городам и едят не свой хлеб, пренебрегая Божие установление потеть над добыванием хлеба для своего желудка. И им кто-то приносит, а они едят, пусть и немного. Деяния 20 глава 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Паразитизм на чужом хребте осуждается Богом. 2 Фессалоникийцам 3 глава 10 по 12 стихи. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». 1 Коринфянам 4 глава 12 стих. «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим». Ефесянам 4 глава 28 стих. «Кто крал, вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». 1 Фессалоникийцам 4 глава 11 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Притча 14 глава 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Вот смотрите, вот даю ответ. Раз, два, вот это три, вот это вот четыре. Вот это вот пять мест Писания только, пять, дальше идет шестое место. Ну, кто сегодня будет давать, и священник какой-то? Тем более открыто указано, чтобы глава, стих, я даже не то, что не знаю, а это невозможно. Его сразу обвинят в баптизме, в чем угодно. Эти стихи Библии сплошь и рядом нарушали подвижники и не выполняли эти заповеди. Бог же нигде не обещал, что хлеб будут давать с неба, на что не раз указывается в житиях, восхищаясь этим. Это тоже не было обещано при изгнании из рая. Бытие 3 глава 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Один этот стих приговора Иеговы умышленно и повсеместно нарушался и нарушается, и не кем-то, и не где-то, а главным и основным образом – теми, о ком всегда говорят сами же монахи, что их души в руце Божией. Ни потели, ни работали, и в прах не хотят возвращаться. А по мощевикам разносятся. Это вера иноческая не из Библии, а из головы грешного противника воли Божией. Но она, эта противность, канонизирована и будет жить беспокаянно до суда Божия. Но есть и чудесное житие, как это. Феодосий Печерский, 3 мая. Кавычки открыто. Он ежедневно приходил туда, тщательно наблюдал за работами и, насколько возможно, помогал строить, работать вместе с каменщиками. Во время работы он так плохо одевался, что его можно было принять за последнего послушника, но никак не за игумена.
Пожалуйста, я привожу доказательства жития святых. Вот такие же примеры-то и надо брать. Это основатель русского монашества. Так, стихотворение. Ах, если бы дано было начать по-новому и заново прожить, детей иначе воспитать, внучат, повыше этих смог достичь вершин. С какого дня и что переиначить, хотел бы безоглядно повторить. Полегче выбрать, не с ручной тачкой, и деньги сэкономить, не сорить. Со школы на уроках не мечтать, не упустить развитие момент, побольше заучить, полезное читать. На этом потерял я столько лет. Не наверстать упущенное летом, в безделье, в суете зимой и в стужу. Другие в жизни получил отметки, и иным со мною было бы не хуже. С трудом просматриваю вот из этой дали сомнительные мелкие успехи. Что в этих грамотах, кому нужны медали? На многие нельзя теперь глядеть без смеха. Ах, сколько раз Господь ко мне стучал, когда я трезвым был, навеселе, при многолюдстве и где один скучал, на море, в поезде или в родном селе. Глухой, ослепший, я не слышал стука, насколько б раньше Господа познал. Уже тогда мне начало, на руки, мог получить благословение знак. В который раз лишь краешком задело, дыханием вечности лишь кромки запалило. И снова на божественное дело. Не божественное дело. Не божественное дело. Не в христианство утекала сила. Ах, если бы дано переиграть. На все переиначить. Ну, почему откуда на? Ну, не буква, все. Е буква. Считай заново. Ах, если бы дано переиграть. Не все переиначить. Только встречи. Стихами Библии заполнил бы тетрадь. И только о Иисусе были речи. Это 5-8. Говорю, как рассматривать свою жизнь, обратно переиграть. Можно было, можно так. О чем речь идет? Ну, все монахи трудились или не все? А? Все ли монахи работали в поте лица? Давай, пиши. Ну, покороче как-то надо. Просто как это место оставить. О, какой маленький вопрос и ответ, и ответ. И я прямо говорю, им сегодня не дать никаким там Ткачевым, никто не даст, ни Головин, там, они даже не, понятия не имеют этого, чтобы отвечать по Слову Божию. Им это не надо. Он главное, что свой авторитет. Вот он знает и теперь строчит без удержу. А перебери это дело-то из сказанного, по слову-то Божие, может быть, и пшик. Ничего и нету. Вопрос 2096, 8 том «Открытым оком». Но монашествующие все же выходили из своих затворов и показывали, что они истинные служители Христовы. Значит, не все же были противниками появления «Идти в мир» и проповедовать Евангелие? Ответ. Да, Бог иногда вытаскивал закупорившихся их из их щелей. И движимой любовью они были похожи тогда на простых смертных, которые могут любить людей, говорить им о любви Божией, служить немощным. Деяния 16 глава 9 стих. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Такие примеры изредка встречаются. Беда еще в том, что потом монашествующие придумали, что епископами могут быть только монашествующие. О, сколько в этой области было тщеславия и карьеризма. Они шли, искали, захватывали, били за кафедры, этим, в кавычках, добром перехлестывают во всех столетиях. Я жития насчитывал, симфонию составлял и знаю дальше. Антоний Великий, 17 января, кавычки открыты. По своей любви и доброй воле преподобный поистине был мучеником. Но хотя он и желал пострадать за имя Христово, мученичество, однако, не было ему суждено, так как Господь для пользы своего стада хранил учителя и наставника Антония. Он открыто обнаруживал свою преданность святым мученикам, соединенный с ними узами неразрывной любви, прислуживал им, когда они были в оковах. Слава Иисусу Христу! Сопровождал их на суд, являлся пред лицом мучителей и, не скрывая, что он христианин, прямо как бы домогался таким образом пострадать за Христа.
Однако никто не осмелился поднять на него руку, потому что так было угодно Богу, хранившему жизнь Антония, которая была полезнее для людей, чем его мученическая смерть. Видите, какие слова, все понятно. Еще. Пахомий Великий, 15 мая, кавычки открыты. Являлись иногда люди с худым настроением души и с дурными навыками. Замечая, что их нельзя врачевать, но что они могут своим примером развратить других иноков, Пахомий удалял их из своего общежития. Так исправлять надо. Ничего не исправишь. Он выгонял их и все. И притом это Савва делал, Федор освященный. Все одинаково поступали. Иоанн Златоуст, Прокол, это его секретарь старший. Говорит, владыка, жезлом прогони их отсюда, и все кончилось. Написано, корень злой возникнув, что он портит все, исторгни его. Так, о чем речь идет? Выходили монахи из затвора или не выходили, там вопрос был. Ты запоминай, о чем говоришь, а то молодой, давай. Ну вот теперь мы смотрим, что тут у нас еще. Вот. Ага. Берем, копируем, закрываем, выносим, расширяем, Ctrl-V вставляем, активируем, переводим в больший шрифт, ну и все, пошли дальше. Так, вопрос 2300, 9 том открытым оком. Это выбрано из всех томов по теме работы. После ваших посещений местного СИЗО, следственный изолятор, тюрьмы, были ли плоды от ваших проповедей там? Может быть, это видело тамошнее начальство? Тамошнее начальство. Тамошнее. Такое слово. Или люди, сидевшие там, встречались с вам и рассказывали об этом? Ответ. Сидевшие там, когда они там, я им проповедовал, а теперь, может, на воле мне встречались и рассказывали об этом? Ответ. Не нам судить о плодах, которые могут появиться и не сегодня. 1 Коринфянам 3 глава 7 стих. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Из тех, с кем лично встречался в тюрьме, приходится иногда встречаться и на воле, но таких очень мало. Сидят там и батюшкин иногда, и им говоришь, потом даже встречаешься. Но если изменения, это они могли бы подтвердить, но они, даже испытав удавку на шее своей, никак не могут перемениться на лучшее. Вот пример. Сидел в камере отец Владимир Суртаев, батюшка из села Кытманово Алтайского края. Кытманово Алтайского края. Был осужден 27 марта 1999 года на 5,5 лет. Отбывал в Рубцовске. Фактически его посадили местные церковники за то, что он якобы присвоил много из непринадлежащего ему, но что было об собственности епархии. Потом его осудили, он сидел, затем отпустили, и он даже ходил к нам на богослужение, и вдруг исчез. Мне приходилось за него ходатайствовать о пересмотре его дела перед прокурором края. Ходили к нему на дом, но он и против ничего не имеет, но и знаться с нами перестал. Если у него дома настоящая христианская атмосфера, то почему наши не могли ближе познакомиться с его женой, детьми? Он до этого любил нецерковную деятельность и теперь занялся предприятиями, как ковка железных изделий. И называется «Красный дракон» назвал. Ну, как в Откровении назван дьявол. У него и тогда было то горшки обжигать на своем предприятии «Дракон», то иной коммерцией мясо закупать и перепродавать. В этом его епархия обвиняла. Вот выдержка из газеты «Сельский вестник» за 27.03.99 года. То есть я не голословно говорю, у меня документ, я встречался в присутствии следователя. Кавычки открыты. И еще одним эпизодом хотелось бы дополнить портрет экс-настоятеля Никольской церкви. Уже в тюрьме в следственную комнату вошел широко известный в нашем крае православный проповедник Игнатий Лапкин. В продолжительной беседе с Суртаевым он посоветовал ему отказаться от неправедно нажитого имущества в Кытмановском приходе и покаяться пред Богом во всех грехах, молиться и молиться, выпрашивая Всевышнего прощения.
узник соглашается с доводами проповедника, но только до тех пор, пока за ним не закрылась дверь. После этого Суртаев вновь заявил: «Как же я могу отказаться от всего этого имущества, если оно мое?» Железная логика. И главное, в духе современности. Наворовано, значит, уж мое, собственное. Многие считают, что Суртаева, в кавычках, съел приходской совет. И почему же в современных Суртаевых не горит земля под ногами и не развернется под ними? Может быть, Бог решил подождать до страшного суда, а он рано или поздно настанет? Губенко, следователь РОВД, Светляков. Чужая душа потемки. Ну вот, сам же отец Владимир Сурт говорил, как он против меня травил людей еще до ареста, когда еще его не посадили, а потом он где понял свою ложь. Достигла, начал доходить до нужной кондиции. И в его деле много темного. Но что еще настораживает, так это то, что его буквально толкали, по его словам, в тюрьму сами церковники. И судьба главных его обвинителей такова. Епископ Антоний внезапно умирает в возрасте 41 года. Главный казначей, эконом епархии Аносов Сергей, отец Семен, вскоре был убит, не дожил и до 30 лет. И благочин... убил его шофер свой. И благочинный Суртаева отец Дмитрий Капранов, протоиерей, вдруг умирает где-то в возрасте 36 лет. Случайно ли так чисто выметено за этим судилищем? А я ходил там, ходил и говорил: ну вы простите его, вы понимаете, что такое тюрьма? А пускай не берет. Ну уже на-то, все уже отдал, уже все выдрали изо рта это, хотел, не хотел. Ну человек томится, 5,5 лет, я, никто больше не ходатайствовал. Его сестра ходила на наши занятия в университет. Как только освободили, он еще какое-то время ходил к нам, а потом его перестал. И кто это теперь расследует? Кто будет апеллировать к предстоящему, уже другому, судье с большой буквы? Встречал бывших зэков, работающих по приходам при храмах. Духовного возрождения ни в одном не приметил. Совесть пробуждается у некоторых, но будут ли они дальше работать над душой своей? Стихотворением. Анализ крови. Анализ крови. Анализ крови, шариков пузатых, каких-то лейкоцитов безобидных. Их качество на в невыданной зарплате, от витаминов, что на столе не видно. Но если радиация коснулась, проникла, поселилась в костный мозг, ты обречен, печать легла на скулах, румянец заменяется на воск. Мне донора замену для артерий не предлагают, да и ни к чему. Меня не будет, велика ли потеря, кто ощутит тоску по моему уму? Но Иисус, проливший кровь святую, и за мои грехи во искупление, он сам возможность мне дает такую, освоит ныне неземное пение. Мне посчастливилось, и даже не однажды, принять в себя его живую кровь, единственное средство тем, кто страждет, чья участь ясная, и так без лишних слов. Постигнул, наконец, последствия грехов, страдания вскипели так внезапно, и результат анализов плохой. И жить мне не с людьми, а с изгнанными псами. Кровь и душа. Душа в крови животных. Под страхом смерти не вкушайте крови. С раздвоенным копытом жвачные угодны. Для них от Авеля все жертвенники строят. Кровь агнцев и тельцов не очищает. Она указывает на Голгофский крест. Исполосован римскими бичами. И Иисус преобразует мой арест. Мой грех. Мое безумие омыто Христовой кровью, чистой и святой. Писание – пища нам с раздвоенным копытом, всем сотворенным снова в день шестой. Все, хватит? Так, давай, о чем? Да, хватит. Ну, в СИЗО. Работа в тюрьме. Ага. Ну, давай еще один вопрос зацепим, потому что не знаю, что дальше будет. Все, а потом уже... другое. Вот Ctrl A, Ctrl S, убрать. Ну и как всегда, все. Поставить Ctrl V, Ctrl A, сразу же изменить шрифт, величину и начинать работать. Давай. Вопрос 2312, 10-й том «Открытым оком». И как искать легко. Том, вопрос, все решено. Дальше.
Когда нужно торопиться изо всех сил? А когда нужно медлить, насколько возможно? Ответ. Торопиться нужно на нужной работе, при ходьбе, когда угрожает опасность. Не нужно торопиться при чтении Библии и других душеполезных книг. При молитве, при ответе, при обетах. И особенно, когда надумаешь принять монашество. Прежде нужно обдумать. Екклесиаст, 5 глава, 1 стих. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Есть крылатое выражение «спешите делать добро». И кому его только не приписывают. Первая книга Царств, 25 глава, 34 стих. Но жил Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу, мочащегося к стене. Ну, представьте, вот это вопрос, я просто к примеру говорю, любому, который выходит, там, священники, там, архиереи, там, алфеи, по-другому, будет он отвечать места Писания? На места-то Писания, где Екклесиаста, первая книга Царств, это не все. Дальше, вторая книга Царств, 15 глава, 14 стих. «И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». Деяния, 22 глава, 18 стих. «И увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства мне». Сираха, 18 глава, 19 стих. «Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботься о себе». 2 Паралипоменон, 24 глава, 5 стих. «И собрал он священников и левитов и сказал им, пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. 2 Паралипоменон, 26 глава, 20 стих. «И взглянул на него Азария, первосвященники и все священники. И вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь». Иногда на работе что-то не заладится, и человек подает скорое заявление об уходе с места работы. Или вообще не раз было, чуть такому, не отвергшемуся себя замечание сделают, а он уже «ухожу в Московскую патриархию». Екклесиаст, 8 глава, 3 стих. «Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать». Не нужно торопиться стать священником, потому что нет более опасной должности и обязанности отвечать душой за каждую потерянную овцу. Иеремия, 17 глава, 16 стих. «Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня, ты это знаешь. Что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим». Евреям, 6 глава, 1 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Псалом 118, стих 60. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Пришлось в детстве сразу же после войны услышать от отца случаи побывальщину. Дед с бабкой жили уединенно на краю деревни. Жили отчаянно бедно, война. В самом начале войны у них был взят в армию один-единственный ненаглядный их сын. Да так и затерялся. Не было ни одной весточки, а потом пришла и похоронка. Но оказалось, что он был артиллеристом. Потом тяжело ранен, выздоровел и дошел до Берлина. Тысячи смертей одолел. Мать и отец Богу не молились, а только в себе держали еще чуть тлеющую надежду, что может сын жив. Потому что случается же, что похоронку обманут, как и она людей в смертную долину печали многих не раз вводила. Возвратившись как-то с поля, они обнаружили, что у них в доме посторонний человек, а в переднем углу большие чемоданы. Человек же лежал на русской печи, отвернувшись к стене лицом. Они открыли чемодан и ахнули невиданному богатству вещей. Ну, грабили. Везли же все такое. И надумали коростолюбцы порешить странника. Но порешить, то есть погубить. Ага.
Но смелости не хватило, и бабка посоветовала сходить к соседям и попросить взаймы чекушку самогонки для храбрости. Соседи же сказали: «Да ты что, Захарыч, да какая же чекушка, когда единственный человек в деревне пока, кто живой вернулся с войны, твой сын? Да ты уж готовь настоящую встречу, гони самогонку из картошки, радость-то какая, живой и невредимый, с руками и с ногами, офицер из Берлина и голова на плечах, поздравляем!» Он со всех ног несется домой, а в сенях встречает его ненаглядная супруга с окровавленным топором Раскольникова. «Не надо, я уже без самогонки!» Поспешила и оттяпала голову сыну своему, единственному и ненаглядному. Те, кто хочет разбогатеть, легко перешагивают все нравственные принципы, внутреннее угрызение совести. Им бы личная и лишняя выгода светила. Такие и у нас в общине и в деревне есть. Притча, 28 глава, 20 стих. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Притча, 28 глава, 22 стих. Спешит богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Вот посмотрите, ответ какой. Вот два места, это Ветхий Завет даю, два места. Псалом, третье. Новый Завет, четвертое. Ветхий, пятое. Шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, 13 мест Писания. Найдите хотя бы один ответ. Один ответ на всю Московскую Патриархию за последние 10 лет. Чтобы они вот давали такой ответ. Ясно дело, они жутко завидуют. Но тут он просчитает, как? Не то, что интересно, а жутко делается. И все это из практики. Вот зачем вы это говорите? Затем, чтобы они молились Богу и просили любви к Богу и к Слову Его. И тогда у них талант будет. Они бесталантные. Вот он непрерывно говорит, а видно, что таланта-то нет. Он просто строчит и все. До сердца не доходит. У них нет миссии. Да, он знает, заканчивал семинарию, академию. А мертво. До сердца-то не доходит ничего этого. Часами говорит и не знает, о чем говорит. Дальше. Вот. Стихотворение. Вот и окончен путь. С попутчиком расстались. 3 дня моренный воздух вместе ели. Мы оба затерялись в толчье вокзальной. И встретимся ли в этом грешном теле? Но предстоит нам встреча на суде, которая страшным называют шепот. И вряд ли что важнее для людей — увидеть свет Христов через мирскую копоть. 3 дня в вагонном гробе провели. Впервые слышал он евангельские строки, глухой расслышал, как Господь велик, пришедший к собеседника порогу. Незаходимая звезда перед рассветом впервые указала на Христа. Ответы записал он на кассете, все начиная с чистого листа. Представьте, ночь, луна, деревья, и мы двое так и сидим и беседуем в вагоне. Это практически у меня в жизни. Такого благодарного соседа, как евнух казначей Ефиоплянин, мне Егова выслал 2 билета. Кассир на место дал 1, хотя и был не пьяный. А билет оказался 2 билета на 1 место. Расчерчен был его и мой маршрут от вечности. 2 колеи сошлись. Зажали нас, разговорились вдруг, в вагонной полутьме, не различая лиц. Перекрестившись 3 раза не случайно, ему я вызов бросил к разговору. Нас не развел над поездом начальник. На скором поезде знакомились мы скоро. Благословенный час ночной молитвы, он согласился преклонить со мной колени. Наш разговор тандем был нераздельно слитным, до самого утра, когда подсел военный. Наш мирный разговор об Иисусе, о вечности, о пролитой крови. Как иностранцы были мы для русских, и только Дух Христов мог разум обновить. Не стихотворение? Стихотворение. Какой пример, и как это касается, почему Бог это дает. Вот скоро, знакомились мы скоро, речь идет о поспешении. Давай, пиши. Спешите делать добро. Все на этом. Вот один ролик мы сегодня составили. Богу нашему слава. Так, с Василием надо подготовиться.